Следующий проект, это на самом деле очень интересно. Меня всегда восхищали люди, которые пытаются, ну, собираются этим заниматься и собираются такое строить. То есть, это, по факту, это marketplace. В marketplace, когда есть продавцы и покупатели, и вам нужны и с одной стороны люди, и с другой стороны люди. И насколько я общался с ребятами, которые разрабатывают подобные решения, это фотостоки, там, сайты по поиску работы, это невероятно сложно. И сегодня, собственно говоря, мы, наверное, послушаем еще об одном подобном стартапе. Это компания, это стартап Rent-A-Phone. Ребята хотят построить стоковый сервис для продажи и аренды шрифтов. Евгений. Всем привет. Мой стартап называется Rent-A-Phone. Это шрифтовой веб-сервис для дизайнеров. Судя по всему, здесь не сплошные дизайнеры собрались, поэтому скажу пару слов о шрифтах. Шрифты — это не просто материал или инструмент дизайнера, как фотки, там, вектор, но это, в общем, важнейшая часть любого бизнеса. Брендинг, реклама, упаковка — все это абсолютно невозможно без шрифтов. Потому что шрифты — это одежда для информации. Но что удивительно особенно, что люди видят шрифты каждый день, взаимодействуют с ними, но почти ничего о них не знают. А зря. Например, Стив Джобс в далеких 70-х еще понял важность шрифтов для IT и снабдил качественными цифровыми шрифтами первый компьютер Apple. Ну и мы все знаем, что получилось у него дальше. Получил он еще одно конкурентное преимущество. Но большинство людей по-прежнему уделяют шрифтам недостаточно внимания. Именно поэтому с ними вот сегодня даже есть очень много проблем. Проблема первая. Покупать шрифты как обычный товар – это достаточно дорого. И выгода от такой покупки сомнительная. Ведь один шрифт вы можете использовать как часто, так и, например, один или два раза. А деньги уже приплачены. Вот. Кроме того, шрифты очень просто украсть, что, конечно, печально, если вы дизайнер шрифтов. Проблема номер два. Вторая проблема заключается в том, что шрифты имеют различные лицензионные условия использования, собственно, разобраться в этих условиях очень трудно, на самом деле. Третья проблема, даже если у вас есть прямо на компьютере все шрифты мира, это еще не значит, что вам будет просто с ними работать. Даже совсем наоборот. Их невозможно разложить по папкам, например, классифицировать, потому что единая система классификации для шрифтов просто невозможно придумать. Поэтому простое скачивание шрифта за деньги или бесплатно, или нелегально, это не решение. И все эти проблемы со шрифтами помогают решить Rent-A-Phone. Наша главная услуга – это аренда шрифтов. Потому что дизайнерам не обязательно покупать шрифты навсегда. Для того, чтобы сделать дизайн сайта, логотип или плакат, достаточно просто иметь доступ к шрифтам, иметь выбор. И согласитесь, пара центов в час за любой шрифт из огромной коллекции – это гораздо лучше, чем сотни долларов за пару начертаний. Не менее выгодное предложение у нас есть для разработчиков. Это доступ ко всей нашей базе веб-шрифтов вместо, опять же, покупки, классической покупки отдельного веб-шрифта. Также Rent-A-Phone работает и с покупками, традиционными покупками шрифтов навсегда, на очень выгодных условиях. Ну, и, конечно, шрифтовой поиск. Это особый вопрос, на котором хочется остановиться отдельно. Наша база описания шрифтов на самом деле уникальна. Каждое начертание шрифта имеет семантическое ядро в среднем из 250 ключевиков из 48 категорий. Это очень внушительно, и
сегодня ни у кого нет такой детализированной базы. Поиск шрифтованный закон подбирает шрифты по разным параметрам, как по профессиональным, типа пропорции, область применения, история создания, количество начертаний, так и по простым потребительским качествам, типа детский, хипстерский, свадебный, веселый, сказочный. Так. Теперь о рынке шрифтов. Рынок шрифтов вполне можно сравнить с рынком фотостоков, поскольку это похожий контент для похожих, для одних, в принципе, одних и тех же потребителей. На графике мы можем увидеть корреляцию. Здесь изображены ведущие магазины шрифтов и изображения. Мы прогнозируем значительный рост шрифтового рынка. Вот мы видим, что это 750 миллионов в год по нашим прогнозам, при условии, что будут запущены новые технологические решения, среди которых, конечно, Нетофон. И, собственно, за счет доступности и удобства рынка шрифтов многие нелегальные пользователи предпочтут выйти из тени. А это большой потенциал, например, в Рунете нелегальных пользователей более 97%, а во всем мире около 70%. И, конечно, в таком важном вопросе не обойтись без конкурентов. Два крупных конкурента и два-три мелких независимых конкурента. Ни один из этих конкурентов не повторяет наше решение на 100%. Команда у нас сейчас постоянно задействована 3 человека, но вообще в разработке принимало участие большое количество людей. Это было много программистов, много моих друзей. Вот. Собственно, я занимаю ведущую позицию в этой команде как автор идеи, как CEO и Project Manager. Также у нас есть человек, который представляет нам программистов из своей команды, и человек, который помогает нам с инкорпорированием в Штатах и процессингом за рубежом. Супер. Сколько стоит шрифт? Сколько стоит аренда шрифта? Или там, они отличаются вообще? Они все одинаково стоят или по-разному? Или, то есть какое ценообразование? Могу я себе купить мой любимый шрифт? Я бы с удовольствием ответил следующим слайдом, как это работает, потому что мы предлагаем сервис все-таки принципиально другой способ оплаты, способ использования. Поэтому, если можно, перейти на следующий слайд. Мы работаем с арендой шрифтов, поэтому для дизайнеров мы принципиально говорим, что покупать шрифт вообще не обязательно. Его можно купить, его нужно купить при определенных условиях, если вашему заказчику нужен шрифт. Его логотипы, например, да? Но дизайнер просто платит за время пользования с своим профессиональным инструментом. Супер, сколько денег? Грубо говоря, можно считать, что около пары долларов в неделю можно, полностью работать. О, это чертовски дешево. На самом деле, я там сталкивался пару раз, и шрифты, если купить в постоянное пользование, это достаточно дорогая штука, от 150 долларов вот такие вот лицензии. Одну гарнитуру можно себе позволить где-то за 100-200, бывают разные, Отлично, супер. А где вы берете этих людей, которые делают вот эти вот шрифты прекрасные? Это личные контакты, это партнерство. Самый крупный поставщик наших шрифтов для арены – это Paratype, ведущий, самый крупный в мире разработчик кириллических шрифтов. Так как мы стартанули в Рунете, это одно из наших конкурентных преимуществ для локального рынка Украины, России, СНГ, в общем. Вот. И просто, поскольку я сам вышел из дизайна, занимался разработкой шрифтов, у меня есть немало знакомых шрифтеров, которые слышали об этом проекте и говорят: «О, окей, это классно, я готов к этим шрифтам». Окей, давайте кто-нибудь спросит. У меня есть вопрос. Я, конечно, может быть, не шарю в шрифтах, но что мне, вы сказали про аренду, что мне помешает у вас украсть шрифт? То есть я так понимаю, вы мне даете какую-то ссылку на ваш сервис, куда я возьму его и скачаю себе. Вот это очень нужный слайд для такого вопроса. Прямо в
точку. Значит, шрифты в аренду предоставляются через клиентскую программу, которая называется FontAgent, которая держит ваши рекламные шрифты в оперативке и не позволяет вам вообще взаимодействовать с файлами. Вы просто работаете в Photoshop, Illustrator, InDesign, в любой дизайнерской программе и в нужное время. Сколько оплатили, столько работаете. Сканировать невозможно. Ну, случайно сканировать тем более невозможно. И как бы несанкционированный доступ практически исключен. То есть ваш шрифт я не смогу веб-страницу подключить, допустим? Сможете. Это вот вторая часть слайда. Мы же, как бы, ну, две услуги основные, да? Десктоп-шрифты, шрифты для настольных компьютеров, и веб-шрифты. Веб-шрифты у нас подключаются по классической, ну, довольно современной технологии FontBase, плюс наши небольшие доработки, то есть безопасное предоставление, уникальность наших веб-шрифтов в том, что они тоже можно сдать аренду веб-шрифтов. Потому что мы не предоставляем тебе, например, один или два шрифта, веб, и вот ты их поставил на сайт, а потом они не подошли, или, ну, или дизайн, подошло время редизайна, и все, и что делать дальше, да? Мы предоставляем принципиально иное. Мы предоставляем, например, 5 миллионов показов предоплачивается, и можно ставить на свой сайт любой шрифт из нашей коллекции, веб-шрифт. Вот, абсолютно без изменения условий. Здравствуйте, меня зовут Настя, я, собственно, от лица дизайнера. Скажу, пока ты учишься, пока ты студент, да, ты можешь нелегально пользоваться любыми шрифтами, в принципе, в университете тебе за это ничего не будет. Но в данный момент я делаю свой небольшой проект, и я промышленный дизайнер, но у меня не шрифтарик, не граф-дизайнер. Мне вот нужен был шрифт, и мне пришлось его рисовать, потому что, собственно, не было таких финансов, что это шрифт, и времени пошло на это довольно а если да, ну, наверное, не такой, как если бы это был шрифт нарисованный профессиональным шрифтовиком, поэтому, ну, просто необходимый. Так что аплодисменты.